это вот мой объект, как, который недавно, может быть, видео видели, вот где имели счастье побывать наши участники некоторые. Это что получилось? То есть за счет высоких потолков, там очень высокий потолок. Я вам чуть позже, когда мы будем тему апартаментов проходить, расскажу, в чем фишка и как вообще такое искать. Тут 4,5 метра потолок. Что это нам позволяет? Здесь 31 квадратный метр всего лишь. Вот она. 31 квадратный метр, но 3 окна и разбито на 3 студии. За счет чего? Что первый этаж там идет, ну вот пример, кухня маленькая, санузел вот там вот, и лесенка наверх, там спальное место. И здесь еще и диван воткнули. Взял за 4 700 тысяч, 31 метр, апартаменты, стоимость аренды. Ну, сейчас чуть меньше, там есть большой нюанс пока, что там не работают лифты, и приходится на шестой этаж топать пешочком. Плюс там еще довольно шумно. Ну, короче, много недоделано. Приходится сдавать подешевле, сейчас примерно по 2-300 там сдаются. Вот так, то есть высокий потолок — очень большой плюс. И это в квартирах почти никогда не бывает, это только в апартаментах. Ну, практически, то есть это редко, когда можно в квартирах в эконом-сегменте особенно найти. Это позволяет нам купить одну площадь, а фактически использовать гораздо большую площадь. Первый взнос вот такой у меня был, кредит в Дельта Кредит банке я брал, платеж по ипотеке 35 500, в ремонт много ушло, в ремонт из-за второго этажа, то есть это довольно дорогой ремонт, вот второе, наращивание второго этажа довольно дорого обходится, но оправдано. И примерная доходность будет около 40%. Я хотел больше, но, опять же, вот ремонт вышел дороже, чем... Ремонт плюс узаканивание всего этого дела. Тут же в чем еще интерес мой, что я-то купил 31 метр, а если все это получится узаконить, это будет уже 43 метра. При продаже я буду продавать 43 метра умножить на там, 200 тысяч стоимость метра. Тут все вопрос единственный в антресолях, что удастся ли эту площадь ввести в основном, да. Поэтому пока это идет в процессе. У меня сейчас юристы вот в Росреестр стоят на прием к начальнику, чтобы узнать. Там дело в том, что с апартаментами никто толком не знает, как правильно считать. Сами госорганы не понимают. Говорят, у нас нет никакого законодательства про это. Это типа отдается нам на откуп. А как делать, мы сами не знаем, поэтому все вот так это. Вот как выглядит это. Вот фоточки оттуда. То есть красивые фоточки. Выглядит даже, наверное, лучше, чем в реальности. На фотографиях. Такие фотографии надо делать. Это вот. В фотографии обязательно надо вкладываться. Обязательно. То есть люди, когда выбирают, когда они смотрят на сайтах, там типа Авито, Циан, Booking и так далее, они будут смотреть на фотографии. Ну и на отзывы других жильцов, конечно. Поэтому красивые фотографии решают, старайтесь их делать красивыми. Вот так это выглядит. Вот второй этаж, вот оттуда лесенка туда вниз. Ну, у меня вот управляющая компания, они тоже вечером будут выступать, они, это у них услуга, они сами это делают. Фотографируют. А так, ну, 1005, но это имеет смысл пригласить фотографа, который прям красиво, мощно отснимет, и у вас будут. Ну, может, вы сами умеете круто фотографировать. Но это гораздо лучше, чем самому как-то на iPhone сфотографировать, выложить. У меня реальный кейс, вот мой. Я продавал квартиру несколько лет назад в районе метро Алтуфьево. Нафотографировал ее сам сначала на телефон. Вывесил объявление. Максимум, за что я мог продать, 7,950. 7 950 000. Квартира двушка. Свою продавал, в которой жил в тот момент. И после этого приглашаю фотографа. Он делает крутые фотографии. Вывешиваем в тот же день 8,350. То есть 400 тысяч на пустом месте просто за счет хороших фотографий. Поэтому фотографии очень важно. И вы за счет этого будете и выделяться, ну и плюс возможность дороже сдавать, продавать. Друзья, приветствую! Я приглашаю вас на курс «Инвест-система». Это базовая программа, совсем недорогая, доступная каждому из вас, в которой мы разберем основные инвестиционные стратегии, с которых имеет смысл начинать. Мы разберем, как формировать инвестиционный портфель, как делать первые шаги, откуда брать финансовые ресурсы, как сбалансировать портфель с точки зрения риск-доходности, и как, в принципе, балансировать вот эти самые риски. То есть вы узнаете массу тонкостей и нюансов, которые не знает большинство людей об инвестировании. Если вы, например, сомневаетесь, хочется узнать о тех стратегиях, которые доступны многим из вас, то обязательно примите участие в этой программе. Ожидания и планы и риски, когда ожидать кризиса, когда ожидать повышения цен на недвижимость и многие другие нюансы. Итак, приглашаю вас в курс «Инвест-система». Ниже под этим видео регистрация. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь. До встречи!